Дуже сильно знати. Всем привет! С вами Angels, и я рада приветствовать вас на своем канале. Ну что, ребят, уже в преддверии летних каникул. Я вас всех с этим поздравляю. Теперь вы будете отдыхать и наслаждаться летом. Надеюсь, вы будете чаще заходить на стримы, но, к сожалению, на ютубе у меня сейчас пока нет возможности стримить в прямом эфире, поэтому, да, секундочку, понятно, что это. Секундочку. Это фирма, это. Сейчас у меня нет возможности стримить на ютубе, поэтому я сейчас пока стримлю на твиче, но выкладываю свои видео уже записи на ютуб. Ну, 20 июня мне вернут возможность стримить в прямом эфире на ютубе. Так что пока вы можете видеть меня на твиче, на GoodGame или зайдя в группу ВКонтакте моего канала, там вы тоже можете видеть меня в прямом эфире. Сегодня мы будем играть от Фиксида Swag & Sorcery. Там у нас главная цель — добить главаря. И надеюсь, сегодня у нас это получится. Желаю вам всем приятного просмотра и отличного настроения. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Зовите своих друзей, знакомых. Я всем вам буду очень рада. Убираю заставочку. Чтобы вы видели все. Так, вот она я даже. Даже меня будете видеть. Так, давайте посмотрим. Вчера я немножечко прошла уровни, чтобы было быстрее добиться своей цели. Там надо было набрать определенное количество процентов. Давайте посмотрим. О, вот видите, как хорошо, что я заглянула. Вот, оказывается, у нас у героя нету эликсира жизни. А мне вот сейчас очень бы понадобился. Так. Так, у этого тоже практически нету, давайте. Ё-моё. Что ж такое? Есть. Так. Давайте здесь ману сделаем. Я не помню, тут она. Мана у нас создается, да. Баночка маны. Создать.
Все больше нет возможности. Пробирка мало. Все, что ли? Ну, можно еще. И это тоже создать. Так, 50 маны. Ну, погнали, я думаю. Я думаю, теперь мы справимся. Вот. Давайте уже. Почему у меня? Так. Привет, Никит. Как дела у тебя? Уже у тебя каникулы? Никита, надеюсь, меня слышно? Да, давно-то у меня не было. Ну, меня сейчас на Ютубе меня сейчас не найдешь. Я туда только выкладываю видео. Вот. У меня там сейчас бан стоит. Поэтому я сейчас стримлю только на Твиче и на Гудгейме. Ну вот параллельно вы можете видеть меня на... Я сделал так, что в группе ВКонтакте. Вот. Так что... Ну, я там просто один раз на Ютубе запустила мультик. Думала, что можно это сделать. А оказалось, что нельзя. И меня из-за этого... Записали бан. Вот. Так. Если я сейчас... Как у тебя дела? Надеюсь, ты теперь чаще будешь заходить ко мне. Так, что подтяни, едва слышно, что, так, не подходит, так, что мы сейчас, ты
пригласил бы как-нибудь своих друзей на мой канал. Так. Что у нас тут? Сила. Ловкость. Интеллект. Выносливость. Мне бы точно бы. Так, это мой силу прокачать. Увеличивать урон по монстрам. От арбалетов и ружей. Так. Телек увеличивает урон персонажа по морду. Ну, Лихит, расскажи что-нибудь, что интересно у тебя происходит в жизни. Добавляет герой 48 кас. Так, ну давайте вот это развить. Так, ловкость увеличивает урон персонажа по монстрам. Так, ну давайте до 40. Интеллект до 50. А выносливость закрыть. Ясно. Так, тут у нас расслабить не получится, да? Так, ну давай попробуем бой. Мудрый старец давал героям последнее наставление перед походом на поле боя. Помните, самая уязвимая часть гуля – средняя нога справа. Дедушка, вы это уже три раза повторили. Может, мы уже начнем? Но в конце пути вас ждет самый грозный враг, большой мальчик. Слышали легенду о нем? Нет, может, а в другой раз, а? Как-то раз людоед по имени Большой Враг похитил дочь кровотека, чтобы сделать своей женой, но будущей жене он не удавался. Когда-то он решил украсть королевский костюм, и в нем будет такая романтическая история. Однако пока он воровал костюм, будущая жена смешала. Большой мальчик расстроился и стал еще злее, чем был. А костюм, дедушка, простите, но пора совершать подвиги, а вы ступайте, отдохните. Вы 7 часов подряд говорили. Уверен, новые знания пригодятся нашим героям в бою. Они найдут костюм. Может и найдут, если только у них не будут пытаться под ногами хронические проповедники. Так. 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 Сейчас попробуем. Ася. Так, главное, чтобы
Мы выжили. Ну ладно, пока мне надо баскетбол. Ну давай, удачи тебе. Спасибо, что зашел. Так, ладно, мне надо. Так, надеюсь, я сумею. Ого. Успела. Победа. Курка охотник. Мы выиграли. Аллилуйя. Так, убить большого мальчика. Так, нам дадут золото. И что-то еще сдать. Победа! Увы, люди короля так и не нашли сундук с костюмом прадедушки его величества. Зато ваш подвиг будет внесен в главную королевскую летопись. Закрыть. Так. Это мы выполнили, а вот что нам за конкурс? Не понял. Интересно. Фиолетовый? А у меня нету фиолетового. Интересно. Вот это можно купить, это что? Бой игрок, кто после самый ценный игрок? Это ты. Купить рецепт. В домике охотника. Ой. Куртка охотника. Так. Ну, давайте попробуем. Так. Это кузница. Сейчас. Так. Создать. Так. Теперь нам надо. Так. Одежда. Создать? Сейчас попробуем. Так, и куртка
охотник, который попробуем создать. Я не знаю, конечно, что у нас. Да. Так. Тоже ничего. На кость добьешь себе. О. Вот так. И что у нас? Фиолетовый? Так. И вот это. Фиолетовый. Одеть. Так. Во. Подошло. Куртка охотника. Так. Ну, значит, оно лучше, чем ничего. Так. Защита 22. Одеть. 27. 25. Ладно. Ну, попробуем. Один, два, один. Один, один. Один, один. Ноль, четыре. Здесь больше. Здесь пять. Здесь пять. Здесь четыре. Здесь шесть. Пять. Ну, все. Мы слетели. Не повезло нам. Результаты закрыть. Так. Одеть. Так. 25. 22. Физического удара. Директор и селяки. Правда, да? Когда носит этот плеч урон, все остальные члены группы. Отвлечение в размере 25. Что он сказал, защита от физического урона. В принципе, можно попробовать походить с ней.
А здесь что? Так. Стыка. Не знаю даже. Так. Закрыть. Сейчас отдать ты хлопка. Ну давай дадим мошенник. Так, давайте расслабим. Что нам надо еще тут? И познание. Ух ты! Его Величество показывает, а приказывает героям немедленно отправиться на поле битвы и в мрачные руины. Где-то там спрятан украденный сундук с костюмом прапрадедушки Его Величества. Сундук надлежит забрать и вернуть, хорошо? А королю. Гильдия 3. Доступ к новым локациям. Убить чей познание. Ладно. То есть нам надо вот этот чей познание убить. Давай. Нам надо теперь здесь дубаситься. Результаты. Еще раз. Ну, я смотрю, мы тут лучше справляемся. Смотрите, мы даже не даем вообще возможности нас ударить. У нас полное ХП. Так, результаты, ну, блин, почти проценты дают, ну, это плохо. Ну,
Так. Шикарно. Погнали. Еще раз. Да. Сейчас мы наберем золото, прокачаем еще сильнее будет. Ну, можно, в принципе, заплатить, и что нам дали? Куртку разведчика. Мошенник. О, Мишка, привет! Плохо слышно меня? Это плохо. У меня, в принципе, на максимум стоит все. Я тоже очень рада тебя видеть. О, цвет настроения желтый. Отлично. Как дела у тебя? Так. О. Желтый. Так. Почему так я поняла, что у меня желтого ничего нет? Так. Это хреново. Желтый. Закрыть. Здесь. Да. Синий. Синий. Дарить. Синий. Невзрачный. Видишь мне? Чепка кошея. Так. Назад вперед. Так. Домик охотника, что можно найти на местном рынке. Жилет дорог. Пасть не страшно, да.
видно. Это что? Мужественность. Ух ты! Кожа на коже. Бумбокс. Звуки музыки, твоя чудеса, да, нравится твоим соседям. Палец. Чего? Кто вам самый главный фанат? Да, вот этот парень. Гитара. Это что? Личный урон. Любовь, кто отправится с этим оружием на поиск, перестанет среди местности. Настоящий урок звезду. 28-40. Бумбокс. 28-44. Так, ну давайте попробуем. Создать. Закрыть. Сейчас. Так. Теперь нам надо еще создать. А, нету. Так. Сейчас создадим. Попробуем. Трим-пэм-пэм-пэм-пэм-пэм. Да. Теперь. Сейчас. Сделаем бумбокс. Закупить рецепт в магической лавке. Ага. В магической лавке. Вот это. Вот. Понятно. Только один. Вот ё-моё. Это в лаборатории. Ого! Нет, не надо мне столько. Создать. Так.
создадим. Так. Соня, перестань. Соня. Соня. Ребят, извиняюсь. Так. Создается в лаборатории. Так. Это я создала. А это создается. Со всех сторон вещей будет. Да. Создается в лаборатории. Это зуб синий. Синий зуб. Где я его создал-то? А. Синий зуб. Так. А в лаборатории, чтобы создать синий зуб, вот это серое жало, нам надо... Как тяжко, когда дома стоит. Столько звуков. Кошмар. Так, это мы создали. И нам надо сам этот бумбокс создать. Давайте создадим этот бумбокс. Что такое? Ну, давайте и этот посох создадим. Правда, не знаю, что он даст нам что-нибудь. Или нет? Так. Ну, давайте. Я тут какие-то ему купила фломастеры. Секундочку. Ой, извини.
Сейчас посмотрим. Вот тут можно сделать. А почему бомбокс? Сила 103. Сила 103. Ну, всем членам. Сила 103. А где у нас сила? Это мощь. Ого! Только какая приобрела? Приобрела? Блин! Попробуем сейчас сделать что-нибудь. Так. Сила 103. 34 это урон. 20 от элементарного урона. Так, что у нас здесь? Здесь сила вообще ничего не хватит. Очень жалко. Вообще ничего не подходит. Короче, здесь молот света можно продать. Мушкет можно продать. Молот света. Так. Фу-фу. 34. Вот ты. 9К здоровья. Так. Вот это. Не понял. Зараза. О, вот чёрт возьми. А, вот. Ладно, давайте пойдемте. Проведем конкурс, а потом разберемся. Что у нас там? Желтый, да? Ладно, давайте. Отправить. О! Неплохо. Папа, она купит, она вряд ли купит. Так. 3, 4, 1. Вау. Один, два, четыре. Так. Два, три, один. Что я? Первое место займу? Да ладно. Круто. Первое время. Зеленая травка имеет мятку. Кто применяет у настоящих для укрепления? Круто.
Так. Расслабить. Так. А теперь мне надо вот этого одеть. Так. О, а что это? А, нет. Это защита. Того бесплатного, а потом нет. Урона. Тыка. Закрыть. А это не подходит. Так. Так, теперь если... Мне больше надо? Я не знаю, как... Ну ты ж получишь сейчас. 35. Не, я не возьму. Тебе туда доехать. 103. Я не знаю, как я буду ехать и при чем буду ехать. Да в любом случае 100 рублей хватает. Выше крыши надо. Сила. Так, сила. А ты мне не сказал, ты сказал рублей 50-60 надо. Сила. Я у меня сейчас в кармане, потому я... А сколько тебе надо? Да, сигарет куплю, получу деньги, я все равно тебе зарплату буду отдавать. В чем дело?
Thank you.
Thank you.
The dark ruins are a very dangerous place. Naturally, the wise old man couldn't let our heroes go without any instruction. Yo. Oh. Yo. Hilarious! A skull that knows everything, but doesn't whisper a word of it to anyone! Well, have you seen many talking skulls in your life? Thank you.
Meanwhile, the royal advisor was sulking over yet another failure. Why are villains always so unlucky? When is evil going to win for a change? But that would be wrong. What about morality? Ha! Look at me! I'm totally immoral! And so what? I'm doing great! Ha! See? He's realized his mistake! Let him win this time! I don't know. There's rules, you know. Oh, please, please, please! Stop! Enough! Okay, I'll think about it. Yeah.
Well.
Так. Все, теперь. Давайте. Посмотрим. Что у нас тут? Так. 14. Каждая встреча. Ну, давайте попробуем. Так. Ну, тут все вроде бы нормально, да? Все. Давай сходим. О! Мрачные. Горячие источники. Болото. И подземный город. Давайте сходим один раз сюда и посмотрим. Так. Нифига добьем. Ого. Все, проиграл. Здесь уже сложнее будет. Теперь здесь надо... Ладно, ребят. Давайте на сегодня уже мы закончим, потому что время много уже. Вот. Всем спасибо, кто был на стриме. Берегите себя. Всем хорошего дня. Всем спасибо. Всем пока-пока. Oh.